ребят, если честно, у меня осталось 10 минут до выхода буквально, поэтому я хочу успеть накраситься. Ну как накраситься, разве что тушь, там брови немного, ну и бальзам для губ. Вот, больше я ничего делать не буду. И я перешла в 8 класс. Напишите в комментариях, в какой класс перешли вы. Мне будет очень интересно почитать. Я надеюсь, что этот год у меня пройдет хорошо, и все надежды, все мечты, все цели, которые я себе на него поставила, я исполню и достигну. И надеюсь, что вы также будете наблюдать за этим вместе со мной, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну все, ребят, мой 5-минутный макияж готов. И теперь давайте собираться в школу. Пожелайте мне удачи. З Машою, почекай, де бомбаканс. Що я зроблю? Жі паси, де бомбаканс. Я пробіг. Жі паси. Де бомбаканс. Пришла со школы, покушала, и я готова вам вещать, можно так сказать. Этот день был безумно насыщенным, безумно волнительным. Я безумно рада, что уже наконец-то я вышла в школу, потому что хоть дома, если честно скажу вам так, я и не особо скучала, да. У меня было очень много дел, особенно связанных там с каналом, и много дел было еще связано немного с другим, об этом, возможно, попозже расскажу. Но к школе все равно я была готова, и я рада, что я туда пошла. И сегодня я как раз поняла, что за лето я реально немножечко разучилась в плане того, что быть там возле доски, например, мне уже как-то волнительно, если раньше я привыкла, была просто привыкшая, то сейчас я полностью отвыкла. И надо заново там привыкать, не бояться, не труситься. И этот день еще не закончился, потому что нам задали несколько уроков, которых надо сделать. И сейчас мы их будем делать, но сперва я подпишу мои книжки, которые нам выдали сегодня, буквально 2 штуки, и тетради с географией, то есть атлас, там и практикум, в котором делать надо практические задания всякие. И все, давайте делать, потому что уже 5 часов. do, I lose all my control. I keep on letting my bad habits